Хочешь купить топовый аккаунт BSS, то переходи по ссылочке в описании. Тут продаются очень топовые аккаунты без вармы. Также, ребята, если вы видели старые скрины аккаунтов, ребят, просто отпишите им в личку, и они вам предоставят новые аккаунты, и они просто бомбезные, ребята. Аккаунты очень дешевые, я зачел ссылочку в описании. Залетайте, пока возможность такая присутствует у вас. Всем удачи! Всем привет, с вами Костя. Сегодня я вам расскажу, как зайти на тестовый сервер без фарм симулятора. Вы писали мне ВКонтакте, в Дискорде, также под видосиками иногда спрашиваете, как зайти вот на тестовый сервер. Я хочу зайти, потестить всякую фигню, которую добавляет Тонет, и какая же фигня появится скоро в Бесфарме. Я вот хочу зайти и потестить эту всю фигню. Сегодня я вам покажу, также оставлю ссылочку в описании этого видео на тестовый сервер, чтобы вы зашли и поиграли. Вот этот сервер, как вы видите. Вот этот сервер, где я вам снимаю видосики, показываю, что там добавляют на эти тестовые сервера. И вот тут люди играют. Вот, и просто берете и заходите играть. Сейчас в данный момент тут играет 126 человек. Но также у вас тут будет торчать то, что вы не можете либо зайти, либо что-то такое. Если будет реально такое торчать, вам нужно просто будет подать заявку. Там будет такая кнопочка «Подать заявку». Вы подаете заявку, и Анет через какое-то время одобрит эту заявку. Там, ну, это максимум может идти около недели, может 2 недель. Ну, меня быстро приняли. Я вот как отправлял заявку, это было... то ли полтора года назад, либо год назад я отправлял заявку, и моя заявка была одобрена за где-то 3 дня. То есть Анет принял мою заявку, либо это принимает само как-то в Роблоксе. Ну, в общем, суть-то одна. Вот тестовый сервер, ссылочка на него в описании, ребят. Если вам честно чем-то помог, то поставьте лайк и напишите комментарий. Ну, если хотите, можете также подписаться. Ну, а с вами был ваш Костя Паупа. Всем пока-пока.